Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Регина Тодоренко поделилась в своем микроблоге, как она с сыном и мужем Владом Топаловым завтракают. По дону гуляет, по дону гуляет, по дону гуляет казак молодой. Один дева плачет, а там дева... Что? Стоп! Стоп! Остановились. Не петь? А что петь? Литрактор едет там, у него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, мы сейчас упили, пробуй отгадай. Кто же песенку поет? Му-му-му-му-му, му-му-му-му-му-му, му-му-му-му-му, му-му-му-му-му-му. Кто это? Правильно, корова! Добавим, Регина призналась, что утро для нее это самое любимое время суток. Именно в этот период они могут побыть все вместе. Подъемы у нас в семье ранее. Влад просыпается в 5 утра, мы с Майклом чуть позже в 7. Зарядка, песни, завтрак. У нас есть специальный плейлист для Михаила, но его предпочтения стабильны. Майкл любит слушать Чайковского, «Лебединое озеро», «Щелкунчик». Композиции из мультфильма «Чебурашка» и, конечно же, гвоздь программы «Синий трактор». Написала Регина под роликом. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.